И все вы, ребят, у меня Мулан, кстати, прикольный мод на машины, вертолеты, самолеты и так далее. У этого мода есть куча-куча аддонов, которые можете найти в интернете. Всякие знаки, всякие дополнения и так далее. Но в данном аддоне мы познакомимся вот с этим вот всем. Ну а перед началом, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. А также подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Таким образом, меня очень-очень-очень сильно поддерживаете и мотивируете меня снимать дальше. Но мы долго не будем затягивать и приступаем к этому видео. Итак, дальше начнем с того, что я буду все делать в креативе и объясню, что да как. Давайте возьмем вот это, допустим, и вот это. Сейчас объясню, что зачем. Вот эта штука нужна для двигателя, для машины, также для самолетов, вот, машины, самолетов и так далее, вот. Это для самолетов, чтобы они летали. Позже я все покажу. А это стул, чтобы в машине были такие датчики скорости, как бы сказать. Что показывали скорость 0 или до самого максимума дошло. Вот, смотрите, вот все датчики. Вот, ну тут их очень много довольно-таки. Вот сейчас я покажу, где они находятся. Они находятся в самом конце, вот тут. А вот эта штука нужна для заправки автомобиля. Заправляется она, естественно, лавой. Так, давайте возьмем лаву. Так, лава. И давайте заправим. И вот, в принципе, все. Заправил. Итак, как же сделать машину? Давайте красную машину возьмем. И смотрите, когда мы оставим, она полностью разобрана. То есть тут ничего нет, ни колес, ничего абсолютно. Поэтому мы берем large wheels, то есть большие колеса, есть средние и маленькие. Но это шасси, можно сказать, маленькие. Вот, смотрите, ставим зеленые точки, квадратики. На это, в принципе, понятно. 4 колеса. Но кататься мы еще не можем. Давайте возьмем, например, черное сиденье и тут поставим, и тут. Уже можем сидеть, но никак не кататься. То есть, ну, просто руль поворачивается и не едет. Итак, давайте возьмем помощнее что-нибудь. Так, кар. Ну, давайте вот это возьмем. В принципе, можно как вот это. Потом закрываем капот и смотрим. В принципе, можно уже кататься на ней. Вот. Ну, вот, вот так. В принципе, она прикольная, звуки тут тоже прикольные. Ну, не прям быстрая, но такой быстрый. Также тут на У можно сделать такую вот панельку. Получается, это у нас фары. Сейчас включу. Вот, фары включил. Есть поворотники. Вот, это я не понимаю, что это. И есть круиз. Вот, давайте посмотрим, как это выглядит. Вот поворотники, но я сделал аварийку и фары. Давайте поставим ночь. Итак, ночью они светят вот так вот. Посмотрите просто, какая у них дальность. Так, давайте выйдем из машины. Это Shift кнопка. А теперь как же делать самолет? Давайте, например, возьмем, ну, давайте синий какой-нибудь, голубой, вот такой вот. Вот, вставим. И что первое нужно сделать? Это взять шасси. Большие у нас не подойдут, поэтому берем только маленький. Вот этот самый маленький. Вот, шасси сюда ставим, сюда. И сейчас вот сюда вот. Потом, этого недостаточно, чтобы кататься. Также, ой, лететь, то есть. Также нужно сиденье поставить, можете до конца поставить, но это только одно. Но мы еще и лететь не сможем, потому что у нас еще нету вот этих штук. Это просто пустота. Сейчас мы их заполним. Так, сберем помощнее что-нибудь. Вот это возьмем. И вот сюда вот ставим. И еще ставим вот сюда. Вот, в принципе, прикольно. И давайте уже кататься. Ну, лететь. Вот когда мы садимся, такой вот звук, как бы обычный. На У поставим. Получается, тут у нас вот так вот давайте, и вот так. Вот. Нужно убрать шасси. И чтобы прибавить скорость, нужно нажать на И. Английскую И. Давайте еще раз выйдем. И зайдем еще раз. На английскую И нужно нажать. И вот так вот. Вот, нажимаем И. И мы прибавляем скорость. Вы, наверное, слышите. Скорее всего, должны слышать. Ну, в принципе, тут еще видно. Мы уже летим быстрее довольно-таки. И чтобы наверх полететь, нажимаем С. Ну, назад, как бы, выиграв С, нажимаем. Вот, кнопка взлетели, убираем шасси. Но они как-то странно у меня убираются, они как-то наверх у меня идут. Ну вот, тут, в принципе, так вот видно все. Вот. В принципе, вот мы уже облака перелетели, летим вперед, можем лететь. Вот, можно сбавить скорость, нажимаем на К, получается, вот. Звуки тут офигенные, кстати, прям как в реальной жизни. Просто К нажимаем, получается, и скорость мы сбавим. Тут есть очень большой, получается, вот эти фонари. Ну, давайте их не будем ставить. Так, вот это можно сделать, но мы начнем падать вниз.
Так, сейчас покажу. Так, надо вот так вот выровнять. Вот. Мы уже сами летим вниз. Так, все это получилось вот так вот ставим. Давайте вот так вот сделаем. В принципе, вот так вот сделаем. И смотрите, что будет, если упасть вниз, получается. Вот, вот так вот. И бабах. Получается, взрывается тут все. Ну, у нас упадают части, в принципе, шасси, вот это все, что мы делали. Итак, грузовики также, в принципе, как и машины делаются. Только уже по краям нужно, кстати, по два колеса ставить. Так, вот так вот. И вот так вот сиденье ставим. Сюда вот еще. И еще, в принципе, капот. А, нет, капот тут уже, походу, не надо. Так, ну, в принципе, можем поехать, наверное. А, нет, все-таки капот, наверное, надо поставить. Вот, смотрите, капот тут не открывается, но нужно поставить вот так. Итак, давайте возьмем, например, вот зеленый можно поставить, получается. И давайте попробуем поставить вот этот, который мы использовали в машине. Его уже нельзя, только зеленый ставим. Все, поставили, открываем дверь. Тут закрыть можно. И все, можно ехать. Вот, первая передача, в принципе, вот назад вот. Вот назад, вот нейтралка сейчас будет. Вот нейтралка, мы стоим. В принципе, тоже прикольно. И, естественно, скорость у него очень-очень медленная. Это капец какая медленная, конечно. И при поворотах у него, кстати, включается этот, направо или налево. Тут также есть такие вот штуки. Так, давайте поставим, типа, светофора, там, где, когда поезда едут. Так, вот так вот. Вот это вот. Вот. Потом еще есть обычный светофор. Вот это вот. Вот, смотрите, тут, получается, стоит пешеход. А дальше должен идти. Только не знаю, он, наверное, сам переключается как-то. Ну, выйдете, вот. Стоит, то есть. А вот это уже обычный светофор. Я, кстати, не знаю, как они переключаются. Я вообще хз. Но они начинаются с красного цвета, как видите. Вот, красный мигает. И я не знаю, как он переключается. Он, кстати, еще не ломается. А, не, ломается, ломается. Да, ломается. Также тут есть много чего прикольного. Всякие вот барьеры есть прикольные. Вот, типа от машин. Также есть вроде конусы тут должны быть. Да, вот конус есть. Вот, прикольно, так можно поставить. Да, очень прикольно. Мод довольно-таки. И много функционалов, в принципе. Кстати, я не понимаю, это что такое, я не понимаю. Либо танк, либо еще что-то. Но я не могу понять, что это. Кстати, тут есть еще оружие. Вот, на, получается, на машину. И также много-много самолетов и так далее. Ну а на этом все, с вами был я, Мулнекс. Всем спасибо за просмотр, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем удачи и всем пока.